Пенсионеры из Вятских Полян сегодня отметили свой последний звонок. 70 выпускников преклонного возраста завершили трехмесячное обучение в так называемой школе третьего возраста. На праздничное мероприятие по случаю окончания школы собрались все бывшие ученики, средний возраст которых 55 лет. В течение трех месяцев они осваивали компьютер, проходили курсы садоводов, а также кройки и шитья. На своем выпускном вечере ученики-пенсионеры вспоминали школьные месяцы, благодарили учителей, делились впечатлениями друг с другом. Как отмечали многие, теперь они с легкостью смогут адаптироваться в современном обществе. Впечатлений очень много, понравилось все, преподаватели, знакомств очень много, друзей. И время пролетело незаметно, очень жаль, конечно. Преподаватели такие, вы знаете, вот придешь и незаметно, как время проходит. А научились рукоделию у нас Елена Львовна ленточками атласными мы делали. Вы знаете, даже мы сами не верим, что мы смогли сделать такую работу.